Всем большой привет! Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Чистим селедку. Сразу отрезаем голову. Затем спарываем брюшко. Выбираем, если есть молоки или икру. А все остальное хорошо выскабливаем ножом. Край животика с плавниками обрезаем. Черную пленочку нужно зачистить полностью, иначе рыба будет горчить. Дальше селедку промываем холодной водой. Промакиваем бумажным полотенцем. Делаем надрез со стороны спинки по всей длине хребта. И удаляем верхний плавник. Теперь поддеваем кожицу и аккуратно снимаем ее. Сначала с одной стороны, а потом и с другой. Дальше делаем посередине хвоста небольшой надрез и очень медленно разделяем рыбу на две части. Затем отрезаем от брюшной части филе хвост и удаляем оставшиеся косточки. Такую же процедуру повторяем со спинной частью филе, предварительно отделив его от хребта. Дальше нарезаем селедку небольшими кубиками. Филе селедки распределяем ровным слоем по всей плоскости тарелки. Вот и все. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.